Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Адам, я главный ассистент генерального директора фирмы LC Waikiki. Это турецкий бренд, который представляется в 18 стран мира. Очень приятно. Скажите, чем занимается ваша компания? Наша компания занимается с одеждой большинство. Значит, у нас большие магазины, в первую очередь по 1200 квадратных метров, я бы сказал так, потому что есть у нас представлен в магазине одежды, значит, женский, мужской, детский от 0 до 16 лет и еще одежда для беременных. Поэтому очень большой магазин. Вот. Большой ассортимент. Да, ассортимент. Скажите, в Москве в каких торговых центрах вы представлены? В данный момент мы собираемся, поэтому и пришли на выставки искать себя стройщиков, которые строят торговых центра больше 100 тысяч квадратных метров, потому что мы находимся в данный момент в 8 городов России, но в Москве пока не получилось. Вот. Как прошел прошлый год для вашего бизнеса? Для нашего бизнеса вот у нас идет постепенный рост, но я бы сказал, 70% рост в сравнении с прошлым годом. Так как сначала мы начали в регионах в России, не в самом Москве, но хочется это принести в Москву, чтобы рост был побольше и обороты были получше. То есть надежды на Москву самые высокие? Конечно, в данный момент не то, что столица, самый большой мировой рынок – это Москва, я бы сказал. Я желаю вам удачи в вашем бизнесе, процветания, чтобы вы сегодня нашли партнера. Вот, и чтобы все у вас получилось. Спасибо вам большое.